Всем привет, друзья! Сегодня мы поиграем с вами в пятые герои. Поиграем в сценарий. Версия игры у нас 1.6.0. И сценарий будет Гамбит Маахира. Фракция Академии Волшебства против фракции Некрополиса. Выбор случайного начального героя заблокирован. В качестве начального бонуса мы берем случайный простой артефакт. В 820 году от сотворения седьмого дракона один из магов Лиги Серебряных Городов по имени Маахир предпринял рискованное путешествие в Эриш, находящийся под контролем некромантов. Это были плодородные и приветливые земли. Однако Маахир держал в голове две цели – уничтожить некроманта Золтана, связанного с Белкетом, с которым города Лиги вот уже 7 лет ведут войну, и добыть 4 могущественных артефакта, которые таинственным образом исчезли из Серебряных Городов. Мало кто верил в успех предприятия Маахира, и уж совсем никто не мог предположить, что через 2 года он победит Белкита и станет первым в круге, главным архимагом Лиги Серебряных Городов. Ты действительно хочешь ехать, Маахир? Ведь путь не близкий, да и справиться с Золтаном одному будет не так-то просто. Я и не в таких переделках бывал. А если Белкет лишится правой руки, это поможет нам покончить с некромантами. Ну что ж, отправляйся и смотри в оба. Вдруг замечешь что-нибудь ценное из украденного предателями. Ведь в тех землях жил сам Сар-Иса. Обязательно. Украденные некромантами реликвии надо вернуть. На удачи, и да направит тебя мудрость круга. Неделя совы. Дают нам героя Маахира. Первый уровень. Армия достаточно большая, больше, чем обычно стартовая. Навыки: основы чародейства, восполнение манной. Специализация: мистик. Герой способен самостоятельно восполнять запас маны в бою. Скорость пополнения зависит от уровня героя. Специализация такая же, как у героя Нура. Там у него идет, по-моему, за каждые 3 уровня, целых уровня, по 1 мане. Округление в большую сторону, то есть с 1 по 3 будет 1 мана за раунд, с 4 2 и так далее. Кулон ледяных объятий. Усиливается заклинание с действием замораживания на 50%. Магическая стрелка нам дана в начале. Хорошо. К началу карты я немножко знаю. Знаю, что здесь у нас рядом есть сфинкс, которого можем даже посетить на первом ходе. Смотрим постройки, уровень города. Первый. Строим таверну. Назир у нас и Асир. Будем брать сразу 2 героев, несмотря на то, что мы на песках, и тут будет большой штраф для неродных героев. У Асира большая армия, плюс разведчики нам не помешают. Давайте посмотрим по навыкам, что мы хотели бы взять.
Так, версия игры 1.6. Поэтому много плюшек, которые в последней версии нету. Чародейство у нас есть. В городе мага свет и призыв, магия. Другие уровни вряд ли мы получим. Ну, они будут, но с не очень большой вероятностью. Карту я не знаю. Возможно, там можно будет получить другие заклинания достаточно просто. Опять же, за счет артефактов, да? За счет книг. Маг. У них растут параметры в основном знания и защита, да? То есть спеллпауэр у них будет слабый. Хотя за счет артефактов можно его поднять. Опять же, нам намекали, что набор Сарысы есть. Но, сколько я знаю, там будет в конце, нужно будет с большими армиями некромантов биться, поэтому хаос не так эффективен. Он может быть полезен только при прохождении по карте. Вообще бы, что я бы взял бы? Я бы взял бы свет, взял бы призыв. У нас остается еще два навыка. Тут, конечно, большой разброс. Тьму против некров брать смысла нету. Высокоуровневый мы не сможем использовать. Вероятность нападения 8%, защиты 15%. Начальное образование не очень хочу брать. Вернее, образование, он нам статы даст, опять же, в основном знания. У нас с учетом специализации проблем с манной не будет никакой. Я бы взял на самом деле машины бы и логистику, хотя тут вероятность упадения ее 2%. Нахождение пути, разведку. Здесь бы, соответственно, первую помощь и баллисту. Может быть, вместо логистики бы атаку с огненными стрелами. Вот так вот я бы взял бы. Ну, можно при любой прокачке пройти. Можно брать образование и хаос вместо логистики и машин. Суперобилка у нас не получается, потому что у нас восполнение маны забито, то есть мы не можем через это пройти ветку. Покупаю сразу двух героев. Тут, в отличие от третьей части героев, штраф получается по типу героя, то есть не зависит от армии, которую он перевозит. А кассир пойдет у нас в эту сторону. Вот у нас долмен знаний, но смысл его посещать помощниками только если нам дадут там логистику. Щит и чешуи дракона плюс 3 защите и инициатива маленьких существ на 5%. Так, проход подземку. Фурии. Ассасины. Идем сразу на сфинкса. Карме, наверное, тоже дадим. Вот так вот.
Второй, в принципе, тоже неплохой герой. У него шарик огненный сразу на старте. 30 манны. Может тоже помочь пробить и мелочи. Танцующий со смертью. Грифоны. Сфинкс. Так, через оазис получили допочки перемещения. Маги. Плохо. Что они там шахту охраняют? Големы. Легко. Еще тоже опять ассасины, да? Так, ну сохраняемся. Я не знаю все загадки. Предлагает рассказать загадку. Какую ведьм темных эльфов ритуальное оружие? Метла, змееподобный кнут, кинжал, клык. Змееподобный кнут. Выберите награду. Тюрбан просвещения, 20 тысяч золота, 15 тысяч опыта. Но полагаю, что опыт более будет полезным. Через него мы сможем быстро пробиваться, и то же самое золото мы отобьем. Знак волшебника, хорошо. Призыв, хорошо. Мастер артефактов, машины, хорошо. Первая помощь, хорошо. Вот я не хотел специализацию брать, но подобилки тоже мне не очень нравятся. Снова магия света. Давайте возьмем развитые машины. Что в итоге у нас есть? Развитые машины с палаткой. Искусственная магия призыва. С меткой волшебника. Статы каким получили? Нападение, 2 защита, 2 колдовство, 4 знания. К тобой мы пробиваем. Перемещение можно чуть побыстрее сделать, герои. Адские гончие. Давайте смотрим, кто у нас пришел. Грол и Джоли. Покупаем мага родного, чтобы он по песку лучше бегал. Строим кузницу. Нам нужна палатка и подвода для боеприпасов. Находим рудник. Ски гончи. Так, сундучок можно взять.
500. Остаемся мы без денег, нужно их теперь отбивать. Передаем Махиру палатку под воду. Так, нафтобой брали, пробили. Плохо нам арену. Бесов. Шахта. Кристаллов за магами. Ну, там больше потери. Грифоны. В принципе, можно будет с ними побиться. Тут один сундук еще есть. Нужно подумать, как цепь построить для захвата рудника. Так, очки движения не тратим. Давайте начнем с бесов. Может быть, доберем уровень. Еще проход дальше есть. Низкая. Сто хп здесь побольше, да? Големов можно вперед отдать. Потом старшими гремлинами их восстановить. Гремлинов будем палаткой первой помощи восстанавливать. Либо один из отрядов убрать. Опять же, мы сможем коробку закрыть? Да, сможем. Можно, в принципе, так тогда. Но будем терять Гаргули тогда. Либо они будут големов стальных кусать, что вряд ли. Ладно, пробуем так. Может, напрямую стрелу подбежать. Давайте знак волшебника. Инициатива 9, а у этих 13. Если я выведу, чтобы они доставали только големов. Ладно, защиту. Защиту. Гаргули моих атакует. Палатка. 7 минус.
Надо попробовать немножко похилить. Защита. Две горгули потеряли. Новый уровень. Давайте искусственные машины. Искусственные машины. С параметров 2К атаки. Сопилку взяли. Золото. Пиры. Так, дальше не пойдем. У нас еще сверху не разведано. Прихода. Нора пришла. Ратуша требуется 6-й уровень. Это 3 постройки еще. Големы. Можем поставить ратушу и магов на первой неделе. Все забирает дерево и руду. 10 руды, 5 руды. 5 руды. 5 руды. Самоцветы. Ртуть, самоцветы, то есть либо магов ставить, либо големов. Парапет 10 тоже единиц. Рынок 5. Давайте гильдию. Все равно ратуша нужна. Огненная ловушка, ускорение. Так, возвращаемся, либо идем в край карты. Идем, наверное, в край карты, чтобы потом не возвращаться. Плюс колдовству, 10 инициативы, все существа способны только в ближнем бою. Отличный артефакт. Очень крутой артефакт. Spell Power сразу 7 у нас стало. Минотавры, стражи. Сейчас мы половину отманим, половину просто разберем раньше, чем они смогут подойти. У нас сейчас инициатива рукопашников больше.
Атака 5, защита 9. Так, хочу посмотреть, палатка лечит. Нет, не может неживых лечить, то придется гремлинами монстрами восстанавливать. В этом недостаток. Так, два сундука. Дальше что-то еще у нас есть, да? Друиды низкая. Самоцветы. Как может быть низкая? Нам, конечно, пробить нужно, чтобы потом не возвращаться, если мы сейчас уйдем отсюда. Это главным героем только пробивается. 3 дня туда, 3 дня обратно, неделю за одну шахту лучше часть потерять. Соответственно, мы нападаем и обратно ведем армию. Джалиб передает Назиру, и Назир пойдет за рудником. Придется Джалибу, наверное, немножко подойти сюда, докуда он достанет. Где-то вот до сюда, ладно. Соответственно, заходим, пускай атака будет, где-то здесь останемся. Вышечка, хорошо. Сера для магов. Шахта сера. Адские гончие. Серная шахта. Меньше охраны, чем на руднике. Так, ну нет, мы, наверное, не пойдем. Мы тут все сольем. Самые неприятные охраны у нас маги и друиды. Так, серу для магов нашли.
Джоли пойдет под землю, или Маахир туда пойдет. Ну, тоже только не слабо. И здесь примерно сюда мы пока откатимся. Без руды мы не сможем построить магов. Ладно, рынок, потом гремлины, потом ратуша. Раз, два, три, раз, два, три, да. То есть нам нужна руда. Нам нужна руда, чтобы построить магов. Если мы подойдем, да, далековато идти. Один, один. Четырехклеточные можно перекрыть. Да, просто поставить. Попробуем так. Давайте знак волшебника. Хорошо, не достают защиту. Перекрыл полностью подход. Давайте знак пока не заблоченный перекинем. Код снова. Гаргульку убираем. Не обижаем. Минус 6. Танцующие. Золото. Золото. Артефакт. Рано ушел, да? Достаточно большой ход. Мы еще бежим даже дальше.
смотрим, что у нас здесь. Так, это мы уже видели. Фиски-лучники. Мало нам было магов. Хижина ведьмы. Наверное, за рудником пойдут все равно Махир. Что тут такие? Там такие неприятные существа. Так, строим гремлинов. Потом будет ратуша, и потом нам нужна будет руда для постройки кого-нибудь. Раз, два, две кучки. Маловато. Тоже две кучки. Ну, это лучники. Сука, инициатива средняя, блин, не знаю. Там низкая была, здесь средняя. Так, ну на них, наверное, тоже для сохранения здоровья не пойдем. Слишком неприятные существа. Снова лидерство. Пирамида, там, где мы сможем получить высокого уровня заклинания. Зир. Достанет он? Да, он достает, но сможет ли он шахту захватить? Наверное, нет. Кольцо стремительности. Отличный артефакт. Наверное, придется Махиру самому пробивать здесь все. Джоли просто поможет собрать. Ставим ратушу. Плюс 1000.
да. Плюс 7. Это значит, что мне уже хватает на големов. Низкая, да. 50-99. Это не так, а я 50 штук, ну. Минималка, скажем так. Гремлины эти нам даже мешают, они слот занимают, которым могли бы единичку выставлять одним отрядом. Да хорошо даже нам 13 инициатива. 12, 11. Походят, и потом все мои стрелки ходят, да? Давайте... Какой у него урон? 40. На 4, 160. 160, ну пускай бьет тогда големов. Закрыть, чтоб не грыз нам. Или пофигу нам. Нам пофигу. У нас палатка восстанавливает гремлинов, а потом гремлины восстанавливают големов, и мы забираем его, да. Света, развитое чародейство. Давайте развитое чародейство, чтобы чаще костить. Магия света мы успеем еще взять, я думаю. Хорошо, у нас достаточно среднее. Так, теперь идем вверх. Герой пойдет на разведку подземки. Будем подниматься, пробивать здесь, пробивать здесь. И нам нужен другой герой, который будет это собирать. Ставим башню магов. Ратуша 9 уровень. В принципе, нормально. Так, неделя скорби, сражение боевой дух и удача существ фракции Ордена Порядка Лесного Союза Академии уменьшается на 2. Неудачная для нас неделя.
Так, у нас новая неделя. Давайте мы сделаем паузу. Это будет первый эпизод. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за продолжением. Всем пока!